25 лет республики, я думаю, это высшая цель, которой шел весь ингушский народ. Каждый по-своему. Это первое. Второе, я уверен, что республика состоялась. Вот, она стоит на ногах лучше, чем во многих других регионах. Обстановка спокойная, люди живут нормально, как и все. Самые достойные люди, эти люди боролись за то, чтобы была эта республика. Их именами названы улицы, проспекты. Я вот вчера ехал по улице. Улица Картоева, улица Газиева, улица Базоркина. Я отлично знал этих людей. Эта медаль мне дорога именно тем, что это значит, что мы живем в своей республике.